ветеранской организации УМВД по Ленинскому городскому округу состоит 131 человек. Находясь на заслуженном отдыхе, сотрудники все равно остаются в строю. Активные пенсионеры помогают в воспитании перспективных кадров, являются организаторами спортивных мероприятий памяти погибших товарищей. Главный проект этого года – это аллея памяти, которую мы вот уже в том году начали делать. И в этом году она у нас уже, думаю, будет открытие. И также наша мечта и желание – это написать книгу о истории Видновского УВД, Ленинского УВД и ветеранской организации. К своему профессиональному празднику виновники торжества подготовились основательно. И собственными силами смонтировали краеведческий фильм, в котором рассказывается о том, что первое отделение милиции в Видном – появилась в 1949 году. У нас у всех есть дети, и за то, что они могут прогуляться, можно не бояться за них. Это ваша заслуга и ваша работа. По случаю празднования 30-летия ветеранской организации самым активным сотрудникам в отставке были вручены почетные грамоты от главы Ленинского городского округа и управления внутренних дел. Здесь присутствуют коллеги, которые в моей судьбе становления, начиная с участкового, сыграли, наверное, в моей служебной деятельности немалую роль. Ветеранская служба уже не так опасна и практически не трудна. Но сотрудники правоохранительных органов так не считают. И до сих пор готовы прийти на помощь тем, кому это необходимо. Потому как по-другому уже не могут. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.